Доброе утро. Она все еще немножко болеет, на самом деле. Да ладно, да что ты делаешь? Все зубы заценили. Ну что же, давненько меня не было на канале. Причины, связанные с моим отсутствием, я уже говорила в Телеграм. Здесь рассказываю, что же у нас нового. Вы вот наблюдаете странную картину, что я тут делаю на этом видео. Мой муж и свёкор сделали несколько ступенек по всему периметру террасы. Я вам позже подробнее покажу. В общем-то, на этом видео я обрабатываю дерево от всяких термитов, короедов, там плесени и вот этого всего. Это как бы обязательный пункт. Мы то же самое проделывали со всей вагонкой дома, что внутри, что снаружи. Не знаю, видно ли что-то, но вот. Сделали подъем. Это я сейчас обрабатывала. Такая лестничка у нас теперь есть. И можно спокойно шагать. У нас тут плюс 19 на улице уже. Давай. Смотри, как мама кидает. Раз, два, три. Ого-го. Хочу показать, какие порожки мы сделали. Здесь порожки. И по всей террасе. Каркас муж со свекром сам варил. Ну и доски, соответственно. Какие-то бесплатно достались, какие-то купили. Получается, я обработала только некоторую часть. Вот та еще осталась. Специальная обработка для доски. Собственно, мы вот и дом обрабатывали. От фирмы Biotex обработку для дерева. Ну, там от всяких жучков. Купила себе два таких длинных кашпо. Хочу посадить петунии. Если вот эта звездочка мне даст. А то как бы даже не знаю. Всем доброе утро. Вчера мы гуляли всей семьей по двору. Обратили внимание на то, что Влада стала проявлять неистовый интерес ко всей окружающей среде. Все-все-все, что видит, в общем, ей все интересно. И от моего мужа прилетело такое предложение. Он говорит, поехали в парк. Я вот в интернете нашел, называется Малинки. А заповедник птичий, очень много разных птиц, какие-то там есть животные. Интересно посмотреть на Владную реакцию, вообще как она отреагирует. Возможно, ей будет интересно. Расскажи, куда ты едешь? Птичек смотреть? Да, птички и зайчики. А это у тебя что такое? Да. Кто? Это получается как трогательный зоопарк, что-то типа, или нет? Нет. Нет. Не знаешь сам. Так жарко, что Влада даже в майке спотела. Ну попробуй. Назад, нет. Тебе нет? Да нет, вроде нормально. Что-то уже красивое начинается. Какие сложные. Блин, они такие маленькие, я думала, они побольше. Есть. А. Ты ж у нас не собачка, Влада Витальевна. Она круги наяривает. Красиво, просто обалдеть. Привет, красавчик. Адусик, не подходи слишком близко. Капибара. Половина пятого вечера. Мы собираемся ехать в деревню к родителям. Сейчас пока Влада уснула. Она сегодня почему-то проснулась поздно. Всю ночь как-то мы плоховато спали. И я не заметила, как мы проснулись в половину 11 дня, поэтому обычно ко сну укладываю спать где-то в час дня. А сейчас она у меня уснула в 3 часа. Ну, и вот около часа, полутора она уже спит. И мы сегодня собираемся. Точнее, я собираю сумку. И мы едем в деревню к родителям на некоторое время. Ну что, у нас здесь еще одна мадемуазель проснулась. Сейчас мы сначала кушаем. Да, Влада? Мы кушаем. Угу. Спасибо, хорошая. Сейчас ждем нашего папу из магазина. Я заказала кола-коку вместо кофе. Я вот сейчас думаю, блин, пить кока-колу такое себе, конечно. Папа заправит машину, и мы поедем дальше, да? Угу. А куда едем? До бабушки едешь? Ты до бабушки? Да?
А до дедушки, да? Скажи, деда. Деда. А скажи, баба. Баба. Скажи, мама. Мама. Умницу. А скажи, папа. Папа. Угу. Умничка. Птичек смотреть. Видишь? А вон Женька такой красивый. Видишь? Красивый. Да. Папе пойдем. Да. Уже 10-я бабушка наша. Да? Мы уже приехали к... 1, 2, 3. Четвертая бабушка наша по счету. Две прабабушки и две бабушки. Богатая, да? Да, у нас сегодня за сегодняшний день просто кругосветка какая-то. Бабушка. Мне даже времени нет что-то снять. Отлично. Бабушка, как обычно. Ты все зеваешь? Спать хочется. К тебе приезжать, попробуй только сыр. Жрать. Вот рулиным. Какой ужас, голова грязная. Куриный был рулин. У меня речная вода, пожалуйста. Мой муж сумасшедший человек. Он хочет вот эту всю землю, верхний слой снять, несколько сантиметров, и вот это все выровнять. Вот этот слой. Вот. Ау, привет. Здорово. Здорово.